Анастасия. Привет. Мы хотим вам рассказать, как прошла наша неделя. Даже не полная неделя. В четверг мы делали дела в Саратове, катались на велосипедах, работали, отдыхали. Пятница. Мы сели в машину и выехали по направлению город Москва. Вечером мы были уже в Москве. Во сколько? 18 часов. Да, около 6 часов вечера мы были уже в Москве, кушали шашлыки, отдыхали. А в субботу мы поехали на мегафорум Орехово. Крокус-сити. Крокус-сити-холл. Супер. Просто было мощное очень мероприятие. Зажигательное, потрясающее. А мы там выступали. А потом? А в воскресенье расскажи, что было у нас. А в воскресенье мы ездили на торжественный банкет директоров в гостином дворе. Это было волшебство. Волшебство. Просто. Знаете, единственное, что бы я хотела улучшить в этом дне, чтобы мы там были вместе с вами. Большой, огромной командой. Очень сильно вас не хватало. Очень здорово, очень красиво. Пел Дима Билан, выступали разные артисты. Поздравляли, награждали. Два раза я выходила на сцену, вручали чеки. А в понедельник мы были в Ногинске, на самой огромной фабрике Ореклейм во всем мире. Мы были на экскурсии, нам объясняли, как делаются те или иные наименования продукции. Шампуни, гели, помады, блески. Очень интересно. Мы записали ролик, выложили в YouTube. Обязательно посмотрите. Нам показали, как проходит упаковка продукции. 5 дней рассказали. А что было во вторник? А во вторник, сегодня, мы прилетели в Турцию. Да, город Аланья. Город Аланья, да. Здесь очень красиво, классно. Сейчас мы сидим на берегу Средиземного моря. Наш отель буквально в 2 шагах. Очень близко. Классно. Мы сейчас ужинали, смотрели, как волны бьются о берег моря. Закат. Такое супер состояние, радостное. Я хочу вам пожелать, мы хотим вам пожелать. Да? Друзья, и хотели бы вам сказать, что завтрашний день зависит только от вас. Где вы окажетесь, в каком месте, с кем, все зависит только от вас. Действуйте. Решайтесь. Мы в вас верим. Мы вас ждем. До встречи. Пока-пока. Пока. И разверни море, так еще покажу. Нет, закатом туда. Все, отключай.